продолжаются игры арктического благотворительного турнира по волейболу, главная цель которого – помощь маленьким ямальцам. И сегодня в Карачаево встретились команды из Тазовского, Красносилькубского районов, команда сборной Карачаева «Лимбьяха», а также команда Уренгойской ГРЭС. Давайте понаблюдаем за игрой. Первыми на площадку вышли игроки сборных Тазовского района и Уренгойской ГРЭС. Они показали болельщикам динамичную и зрелищную игру. Лучшую технику продемонстрировали волейболисты из Тазовского района. Команда в турнире участвует давно и в прошлом году стала серебряным призером. Вот и в этот раз нацелены на победу, говорят игроки. Но главная задача у всех одна – благотворительность. Голова у нас всегда поддерживает здоровье спорт и не мог в стране остаться такого мероприятия. Поэтому мы уже четвертый раз уже принимаем в этом турнире участие. Постоянно принимаем участие в соревнованиях, как бы вот поэтому решили заявиться. Уже третий год наша команда заявляется на Кубок губернатора. Мы помогаем, как бы все-таки это не просто как бы спорт, это еще и помощь детям. Вот, поэтому как бы и чувство гордости. Тут, как и в любой спортивной игре, важен не только настрой, но и поддержка. На трибунах Арктики по-настоящему жарко. Болеют за своих. За кого болеете? Лимбьяха. Как атмосфера со стороны болельщиков? Вообще круто. Они прям, мощно играют, прям так как бьют как будто сильно. Сам на площадке стоишь. Да. В этот раз, несмотря на горячую поддержку зрителей, преимущество осталось не за хозяевами площадки. Со счетом 2-0 победила команда Тазовского района. Впрочем, проигравших тут нет, ведь все собранные средства пойдут на общее благое дело. Деньги передадут фонд «Ямины». Камила Караманова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».